с лодкой план выгорает. Не получилось. Полетим на самолете. Да. Они решаются угнать самолет, и там важный эпизод – это бомбардировка этого лагеря, да. Когда одна из бомб застревает в крыше ангара прямо над самолетом. Это вот отдельно интересно, что вдруг какой-то адский налет советской авиации, а там ни зениток, ничего нет. Авиация – это самые страшные войска, которые вот прилетят, тебя разбомбят и кранты. Для борьбы с авиацией есть ПВО. У немцев были прекрасные зенитки, великолепные зенитчики. И, ну, в общем, вот воздушный налет. А где зенитки-то? Ни одной. И вот они там беспрепятственно бросают бомбы. Одна бомба пробила ангар и повисла. Крышу ангара пробила и повисла. Ну, натурально. Привет Никите Сергеевичу Михалкову. Где в церкви в куполе бомба повисла. И только когда Никита Сергеевич выпрыгнул в окно, тогда она сорвалась, упала, взорвалась, и осталась неповрежденная икона. Церковь в клочья, икона стоит. Ну, детский сад, штаны на лямках. Ну, вот это вот тоже, возможно, это оммаж такой Никите Сергеевичу, я не знаю. Выглядит идиотия какая-то. Ну, вот висит бомба. Вот что надо делать? Вот висит бомба. Ну, первое – залезть на крышу и веревками ее там прикрутить, чтобы она, не дай бог, не сорвалась. А после этого ее надо уже обезвреживать, выворачивая из нее взрыватель. Только после того, как она закреплена. А тут, значит, летчик Девитаев ее держит руками, а братва там что-то крутит, вытаскивает, а он советы дает. Вот я... вообще немец бы его допустил до этого? Он же разрешение попросил? Понятия не имею. Ну, с моей точки зрения. Ну, немец, который стоит в 50 метрах и смотрит в бинокль, как там бомбу распатронивают. Тут вопрос. Вы бомбу-то когда-нибудь видели? Нет? А результат действия бомбы? Вот когда она взорвется, что с вами будет? А там, между прочим, самолет стоит. А он, надо понимать, в нем там керосина полно. Это жахнет, там полетит во все стороны. Я как-то в некоторой растерянности. Ну, и такие мастера... Я вот, например, не знаю, как... Я бомбы видел неоднократно, но как ее обезвредить лично я не знаю. То есть, там какая-то отверточка, какие-то там шурупчики, эти винтики вывернул. Там, как правило, нужен... Я не знаю, повторю, как бомбы разряжают, но там, как правило, специальная это... насадка, съемник, там, который специальный инструмент нужен. Простым гаечным ключом и отверткой, я подозреваю, бомбу нельзя раскрутить. Ну, в кино можно. Один держит ее, она это уже вот-вот упасть готова. Он там, я не знаю, это сотка, наверное, он ее там держит. Ты сотку-то можешь вот так в руках удержать? Ты вон там штангу в углу все время поднимаешь. Я сомневаюсь, что ты удержишь. Выкрутили, о, свезло-то как. И немец, конечно. Смотрящий в бинокль – это 5, крепкая пятерка. Все идиоты.